История дня на ТВ Рус. Всем привет! Это ТВ Рус на календаре 25 ноября. И сегодня день рождения у изобретателя Карла Бенца. И если бы не жена, то у него вообще его изобретение великого могло и не быть. Во-первых, Карл свою жену любил. Она его тоже. Во-вторых, женившись, он получил в наследство очень приличную сумму, что позволило ему выкупить у партнера свою долю в мастерской и начать заниматься разработкой своего двигателя. Ну а когда мастерская разорилась, Берта, жена Карла, не ругала, она всегда вообще его поддерживала. А еще она за 100 километров проехала на новом автомобиле, покупала бензин в аптеках, толкала машину в горку и даже чинила тормоза. И в итоге стала не только самой лучшей женой в мире, но и лучшей рекламой изобретения своего мужа. А еще 25 ноября родился выдающийся российский хирург Николай Пирогов. Он, кстати, придумал гипсовую повязку и наркоз. И прежде чем наркоз испытывать на своих пациентах, всегда делал пробу на себе, ну, чтобы не рисковать чужой жизнью. Вообще, Пирогов был очень классным человеком, увлекающимся. И стихи писал, и цветы выращивал, и медицине учил свою жену. Сначала первую, а потом вторую. Ну вот, да, еще женщинами увлекался. У Альфреда Нобеля, в отличие от Пирогова, жены не было. Но изобретение было. 25 ноября в 1867 году шведский химик-ученый запатентовал динамит. Он, кстати, предлагал его использовать только в горнодобывающей промышленности. Ох уж эти наивные шведские ученые. Как и наивные девушки, которые сегодня будут отмечать один очень необычный праздник. День рыцаря на белом коне. Вот такой интересной оказалась история этого дня. До встречи завтра на ТВ-Рус в это же время. Все, пока! Пока! История дня на ТВ Рус.